Общегородские субботники прошли по всему Подмосковью 14 апреля. Тогда на уборку города вышли более 22 тысяч люберчан. Как сообщает агентство РИАМА со ссылкой на Владимира Ружицкого, прошедший субботник был генеральной репетицией. Основные работы запланированы на 21 апреля. Один из двух общеобластных субботников прошел 14 апреля. 22 тысячи люберчан наводили порядок на центральных улицах, парках и скверах, на территории учебных заведений и во дворах. Но большая часть работ запланирована на ближайшую субботу. В планах наведение порядка на окраинах города, где есть большие навалы мусора. Другой фронт работ – обрезка и опиловка аварийных деревьев, посадка кустарников, обустройство пешеходных зон. Администрация округа приглашает люберчан принять участие в уборке территории 21 апреля. Инвентаря хватит на всех. Список мест выдачи размещен на официальном сайте администрации округа. Как и на прошлой неделе, будет организована полевая кухня с горячим чаем и угощениями. Предусмотрена развлекательная программа. Напомню, 21 апреля губернатором Московской области Андреем Воробьевым назначен традиционный общеобластной субботник. Он пройдет во всех городах и районах Подмосковья. Александра Томе, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.